Сидушки-подушки. Подкладушки. Ага, сунтики вот складные такие. Шнурки силиконовые. И чехлы для одежды. Мне тоже это все нравится. Все эти чехольчики. У меня есть один чехол, которому вообще уже 35 лет. Но он советский, еще дермантиновый. Вот такой веселый чехольчик. Вот эти коробки, которые вот все берут. У меня идея вот такая созрела. Я увидела, посмотрела. Эти коробки на цепях вот так через промежуток между собой соединяешь. Получается такая висячая этажерочка. Вот такие веселые пледики. Плед флисовый 70 на 110 сантиметров. Всего за 100 рублей можно взять и шить из них всякие мишки, игрушки. Ой, какая прелесть. Смотрите, какая нежность. Красиво. Прихватки красивенькие. Ну, это мы все сами шьем. Вот какие еще горошек веселые. Тесьма. В общем, все по хозяйству. Вот я увидела очень удобная вещь. Органайзер с делениями. То есть можно детские носочки надели взрослые. Носочки, в общем, чулочки, что угодно. Можно разложить вот так. Она открывается, и здесь уже внутри деление. Вот такая коробка для хранения. Пластиковая собирается. В виде домика для швейных принадлежностей. Можно домик использовать тоже куда-нибудь. Ну, вот дошли до полотенечек. Мне кажется, это не полотенце. А, полотенце. Полотенце круглое с кружевом. Ну, мне кажется, оно... Ну, то, что круглое, красиво, конечно. А так вот... Вот хэбэшное неплохое. Розовенькое, голубенькие, зелененькие. Вот такие веселые мне нравятся, с цветами. Такие вот чисто... Мужские. Знаете, как полотенце на качество проверять? Льете воду. Ну, конечно, в магазине этого делать не будешь. Если вода скатывается, значит синтетика. Если впитывается, значит хлопок. Вот интересное полотенечко. Ну, тут у нас зима, а тут уже лето. Веселые сланцы красивые. Летние. Всевозможные. Шарфики, шапочки. Ну и баночки. Баночки симпатичные. 55 рублей. А вот какая. Симпатичные. И такие хорошие, красивые банки. 100 рублей для сыпучих. Контейнера. Баночки. Вот эти контейнера очень удобные для специй. Если бы было куда поставить, я бы еще один взяла. Что-то вижу новенькое. То есть, ну, для меня новенькое, я не видела такое. Ананасорезка. Ага, понятно. Вставляешь изнутри. Ага. Не знаю. Ага. Понятненько. Понятненько. Набор форм для кексов. Вот такие кувшины. Ну и всевозможные контейнера. Ложки, поварёшки. Слабость любой женщины. Вот для кекса или для чего это? Да, наверное, для кекса или для кулича. Ага, для кулича. Смотрите, скоро Пасха. Кто пользуется силиконовыми формами? Для кулича. Всевозможные силиконовые формы. Вот красивые тоже. Здесь уже формы посерьезнее.
Что-то я купила вот эту такую штучку. И что-то как-то я не пользуюсь. Наверное, она ждет, пока на дачу поедет. А вот я нашла еще тут царство наклеек. Смотрите, какие бабочки. Ирисы. Пазлы, как будто бы. В общем. Ой, какие страшные кости. Я такое не люблю. И вот наклейка Welcome. Очень даже интересная. Симпатичная. И моя любимая полочка. С посудкой. О, какое блюдо большое. Большое, 100 рублей. С листиком, с таким. Симпатично. Так. Тарелочки. Что-то веселое. Не знаю для чего. Для фруктов ли? Немножко как будто мигает из-за освещения, что ли. Вот красивые такие с бензиновым отливом. Вот тут чашки. Ой, чашки или бутылки. Ложки под ложки. Стаканы интересные. Так, это я уже смотрела. Это держатель для тарелок. Я не знаю, как он держит их. И вот красивенькие такие. Угу. Будто перед глазами все время такая и есть, будет хотеть все время. Так. Это что за коврики? Ну-ка я посмотрю. Что это за коврики? Что пишут? Ой. Так, а пишут. А, клеенка кухонная. Угу. Без заморочек. Вот так, клеенка кухонная и все. Наши какие симпатичненькие. Вот для пиццы. Не надо никаких дорогих итальянских. Вот веселые вилки какие. Дачный вариант. Очень симпатичненькие. И ложечки. А вот какое интересное. Очень-очень интересно. Муссат. Не знаю, насколько этот эффективно. Я покупала очень дорогой. Что-то он так у нас лежит. Шпагу из него сделать надо. Ну, здесь формочки. Формочки. Набор форм для кексов или маффинов. Смотрите, какую интересную я вещь нашла. Называется лимонница. Для выжимания и хранения лимона. То есть, чтобы рук не пачкать, лимон сюда засовываете и выжимаете. И в ней же храните. Так, ну немножечко осталось. Вот, я не видела таких чашечек. Нравятся мне такие грубые формы. Вот здесь еще есть свечи противомоскитные. Интересно, вот насколько они эффективные. Противомоскитные или нет они. Такие камешки светящиеся, бордюрная лента, ну, говорит, не очень она, эта лента. Вот это прелесть для паски. Цыплята. Веточка такая. Вот красивая тоже, это по 50 рублей все. А вот какая прелесть. На вербное воскресенье, пожалуйста, вот такая вербочка. Можно гнездо сплести.
формочки для куличей. Коробка пасхальная, кекс, изюминка. Но в кекс надо еще много чего добавлять. Орхидейки. Косточки пасхальные, блестящие яйца. Ой, кулички уже были в продаже. А вот тоже прелесть какая. Маленькие-маленькие цыплята и маленькие-маленькие. Смотрите, стеклянные маленькие-маленькие корзиночки такие. И внутри там два яйца. Почему два яйца? И какая-то типа печенюшечки. Три уж яйца положили. Наклейки, но где... Я раньше все это делала, разукрашивала, наклеивала. Сейчас только шелухой крашу. Вот мне нравится тоже пасхальный набор. Подставка для яйца с термоклейкой. Вот. И 6 термоклеек на это. Ну понятно. Это вот на кнопочке застегнешь, яйцо поставишь. Но я купила шикарную тарелку для яиц. С углублением. Вот краситель пищевой, тоже набор. Видно, это коробочка. Так, здесь что? Ой, какие салфеточки всякие. Ой, смотрите, какая прелесть. Такие вот, как на обратной стороне. Вот лицо, да. Такие хорошенькие. Пасхальная салфеточка. А здесь что? Спряталась вдалеке. Пасхальный набор. Здесь вот яйца декоративные. Красиво поджали. Всякие-всякие. Видишь, красота какая. Вставил куда хочешь. Вот тебе композиция. Так, а это что тут красивое такое? Набор пасхальный, декоративная подставка для яиц. Красиво. А вот что я увидела. Ой, яйцо такое вот собираешь. Во внутрь можно подарок положить. Жестяное яйцо такое. Такое красивое. А красивые яйца такие. И вот такие формы для выпечки. Их можно еще использовать для заливки гипсом. Я, в принципе, так хотела. Сердечками. Так, вроде бы все я показала. И тут на кассе всякие прибамбасики. Мы здесь, да, выходим? Это что такое? Сейчас. Шоколадная Маша. А, Маша шоколадная. Оторвись. Ага.